Проходите, не показывайте ничего. Проходите, проходите. Мы отменили, конечно, мы здесь власть. А вы знаете, что это уголовная статья еще, 137-я, нарушение неприкосновенности? Сейчас... Проходите, не надо ничего показывать. Мы здесь для этого собрались, чтобы провести вас, чтобы к вам не применяли незаконные статья... вещи. Слушайте, 282-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. То есть нас делят на классы. Проходите, не надо ничего показывать. Проходите. Проходите, проходите. Самоуправство. 136-я уголовная статья. Нарушение прав и свобод и законных интересов человека и гражданина. Сейчас это минимум. Раз, два, три, пять я вам зачитала. Не надо ничего показывать. Проходите. Проходите, показывать ничего не надо. Проходите, не надо ничего показывать. Нас затопчут так. Проходите, проходите. Они до своих детей проходите. Уже давно за границу отправили. Проходите, не надо ничего показывать. Это незаконные требования. Проходите, не надо ничего показывать.